Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и сегодня мы поговорим о двух системах. Одна система у нас называется перезагрузка CryptoHands, вторая система у нас называется стратегия Miami. Они чем-то похожи, но немного отличаются. Итак, немножко объясню маркетинг. Когда вы заходите в CryptoHands, вы обязательно активируете первый уровень за 0.05 этериумов. То есть на данный момент это составляет около 9 или 10 долларов. То есть вот ваш аккаунт. Первый человек, который встает под вас, возвращает вам ваши деньги. Второй человек, который под вас встает, возвращает вам еще 0.05 этериумов. И третий человек, который под вас встает, он вам приносит на ваш кошелек, деньги сразу на ваш кошелек идут, он вам приносит 0.15 этериумов. Таким образом, вы можете, начав с 0.05, начать путь именно в стратегии перезагрузки CryptoHands, в марафоне перезагрузки CryptoHands, начав путь к четвертому уровню, начав с 0.05 этериумов. Что такое стратегия Miami? В принципе, то же самое, только есть одно но. Человек заходит сразу на 3 либо на 4 уровня по договоренности. Но предварительно мы договорились проверить эту стратегию на 3 уровнях. Она у нас сработала. Далее выбирать вам. Итак, человек заходит сразу на 3 уровня. Под него заходит человек. И этот человек также заходит на 3 уровня. Следующий человек заходит на 3 уровня. И третий человек заходит на 3 уровня. В чем разница, скажете вы? Разница лишь в том, что вот эти 3 человека приводят с собой еще по 3 человека, которые зайдут также на 3 либо на 4 уровня. Стратегия проверена. Стратегия показала себя вот так вот. За месяц у нас более 80 регистраций. В этом случае решать только вам, на какую сумму и в какую стратегию будете заходить вы. Это два раздельных пула, то есть один пул идет в одном направлении, второй пул идет во втором направлении. И здесь выбирать лично вам. Вы хотите заработать 100 этериумов в короткий срок в стратегии перезагрузки CryptoHands, либо вы желаете зарабатывать от 1000 этериумов за те же сроки, но в более дорогой стратегии. На этом заканчиваю. Контактные данные у меня под видео. Всем привет!